Семена томата, помидора, Илья Муромец идеально подходят для выращивания в пленочных теплицах. Сорт сильнорослый, высота побегов достигает до 1,5-2 метров, поэтому подвязка на шпалеру обязательна. Плоды округлые, выровненные, ярко-желтого окраса, средней массы до 230 грамм. Мякоть сочная, плотной консистенции, очень вкусная. Томаты, помидоры, Илья Муромец пригодны для потребления в свежем виде, консервирования и различной переработки. Сорт ценится за большую урожайность, устойчивость к комплексу болезней. Томат обыкновенный Илья Муромец – это травянистые. Плоды имеют массу 200-250 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода желтый. Плоды можно потреблять салатный. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.